Здорово всем, ребят, кто здесь. Начинаем по чуть-чуть, сейчас побегаю фулыч маленько. Потом в Арди турик постримим, а подальше по обстоятельствам. Ну, я думаю, либо фулыч побегаю, либо закругляться буду. Но сегодня не хочу сверхдолго стримить. Надо салат еще сделать печеночный. Ну и что такое? Я уж думал, зависло, блин. Так, секундочку, ребят. Так, ща, погодите, ребят, мне человек пишет. Так, ну все, ребят, все вроде сделал. Так, короче, что я тут делаю, это где я нахожусь вообще? Погнали сюда. Надо убежище 34 найти мне. Так, обезвоживание, понятно. Покрошили нормально. В
Водиться попить надо просто. Так, чтоб ХП пополнилось норм. Все, не напиться. Опа, Геккон где-то остался, да? А где там кто, я чуть не понял. Знаете-ка, чуть патроны кончаются. У этого не кончаются. Хрена себе. А это что это было? Это был крит, ребята. И это был крит, ребята. А это мина. Я же помню, что они здесь есть. Состояние посмотрю. Да что-то подорвало ногу-то маленько. Придется подлечиться, сгонять. Рюгота. Давай, лечи меня. Окей, hold. How are you holding up? Так, $100 НКР. Thank you.
Опасная в натуре бритва. Критический урон. Шанс критического урона. Так, что у него там есть-то его? Значит, не густо. Вот этой дорогой надо пройти, ребят. Четыре, нормально, чё. По горам походим, просто полазим. Время все равно час всего. Может, какие локации здесь понахожу. Я помню, здесь много было локаций достаточно. Плюс всяких, блядь. Пофармлю. Просто. Всяких волков ссаных. Ну что, просто ничего, что ли? Я сюда что-то не влезть никак. А, не смотрите, влезть даже. Так, нормально залез. Что-то ни хера там нет, короче. Так, тут там трется, смотрю.
О, косадоры, ни хрена себе. Блин, они жестики, ребята. Смотрите, робот со мной. А что, если вот сюда спуститься? Они все равно сюда не залетят, мне кажется, не? А что, если их гранатами закидать? Бля, у меня две всего гранаты, жесть. Давайте хоть две попробуем кинуть. У кого-то что-то попал. Блин, зря в Армин винтовку продал, короче. Вывод такой. Смотрите, мой нигерок пришел. Иди сюда, надо тебе юзать. А не, смотрите. Все норм даже. Так. Чё у него там такое? Так, надо ему дать этот, блядь. Где он, короче? Кусали его эти пчелы ссаные.
Блин, я в прошлый раз гонял, тут винта всякого вообще валялось. А сейчас что-то ничего нет. Так, симулятор. Тут уже поинтересней. Три симулятора. На самолете надо полуопупевши лететь. А лучше на МКС. Там вообще много раз встретишь Новый год. Но мне кажется, это все формальности. Если подупороться захочешь, то подупоришься. А если не захочешь, то не будешь. Так. Ладно, давайте бродяг тоже разденем нахер. Я ж все-таки крохобор нормальный. Заебал он уже кряхтеть, блядь, что у него хп-то кончается, я не понимаю. Как-нибудь его вылечить-то можно, блядь, а вот с этими спутниками вообще не... Они, блин, им дашь противоядие, они ж его не жрут, по ходу дела. А Касадоры сейчас опасные, пока на этой стадии вообще. Вот ублюдский Касадор. Бля, патроны кончаются у него.
Нормально расчехлили, блин. Кто где? Да, еще там через веру будет пройти, блин. Здесь всех закрошить. Касадоров этих. Закрошили челоки мои. Здесь черти тусуются, стопудняк вот тут вот. Коготь смерти ходит, ни хрена себе. Точно, точно, там же каньон дальше. Здесь еще можно походить. Попробую одного закрошить я когтя. Ладово закрошили. Даже нет у него ничего с собой, блядь. Хамуха. А больше-то нет их там. Бля, ходят говнюки там эти все. Fine by me. Бля, началась стрельба сразу. Да ну, нифига себе, короче, она охренела. Фига, короче, с гранаты она вылетает.
Так. Бритвой порезал, короче. Так, стрелок, не стрелок, все здесь собрать надо. Бля, у всех разное оружие его дают. Что мы говоря было? Металлическая броня. О. Это любовь и ненависть, это жесткая тема. 33 дэмэджа. Не может великих ханов броню носить, его дает. Хрена меня он полепил. На пуль на в брюхо насовал мне.
Так, а что у нас по времени-то? Ладно, да. Здесь все раздолбанное, по-моему, здесь ничего нет вообще. Может, сейф где-то, может, в разрушенном каком-нибудь доме лежит, например, я не знаю. Скорее всего, нет. Ну ладно, идем сюда. Там, я помню, что здесь какой-то парк, там Бонни Спрингс. Не люблю я этих толсторогов крошить, но придется мне подзакрошить толсторогов. По ходу дела. Если они красные, если желтые, то не буду. Опа. Терекс, ты ли это? Терекс поддержал ваш канал на 300 рублей и сообщает: с наступающим. Спасибо, Терекс. Всех с наступающим тоже. Короче, сейчас попозже старика посмотрим. А дальше по обстоятельствам. А не, красный, смотри-ка. Жаль толсторогов, но придется крошить, фармить их. Кого они там бомбят уже? А, вон. Не успел я по нему пострелять, блин. Ягненок не нападает, смотрите. Пока один.
Что-то не понял, блядь, как-то ружье странно стреляет. Что оно не дальнобойное, может? Я помню, тут проход есть. Сейчас зачистим вокруг озера и проход зачистим потом. Так. Спасибо, умном 2018. Ну что, освежуем теленочка. Ладно, не будем трогать, раз не нападает, пусть ходит. Всех зафармил-то? Здесь всех вроде зафармил. Кстати, давайте-ка проверим. Знаете что? Как раз вот сейчас я проверю, как скафандр будет работать. Короче, только от радиации скафандр защищает. Все вот. Больше ни от чего не защищает, он что-то. Вот тут ничего и не лежит нафиг. Садоры тут так-то. Зато левел скоро будет.
Здоров всем, кто недавно пришел, пацаны и девчонки. Или только пацаны, я не знаю. Тут к великим ханам пройти можно, по-моему. Вот в чем прикол, кстати говоря. Точно, точно. Вот я и пришел сюда. Здоров, Арамчик, здорово всем. Куда-то построячили, куда они побежали-то? Come to gawk at the great cons, have you? What do you want? I can tell you they're a bunch of big dumb jerks with no appreciation for art. Этому помочь надо штриху, я помню. Everybody has to do it. Well, everybody wants to be a con, and if you survive, you're sure, maybe not if you're some hulking reprobate like Regis or big to the gills like Jack. Yeah, maybe you're right. Maybe I can find my true calling someplace that... Do you think the followers of the apocalypse would take me? I remember all those books they brought. You'd do that? Thanks! I mean, I'd go myself, but what if they said no? The cons wouldn't take me back. Nothing really. Trying to... Oh, you heard that, huh? Okay, so, yeah, I was writing poetry. The followers of the apocalypse came to our camp when I was a kid, and they brought a bunch of old books. Have you seen this tribe? If it's not an epic drunken ballad of cracking...
Стихи писал ему. Yeah. You would? Really? I wrote this limerick the last. There once was a fellow whose sister, she flashed it around all over town. So if you would, I got kicked out. That's it. You liked it? What do you want? You know you're traveling with a fucking murderer? Так, да у него стихи там белый стих. Заткнитесь, твари. Пока крышу вам не прострелил всем. Тупорылые ханы. Да не, они на. Сейчас буду миссии им выполнять. Здесь вот чувачок, он может сварить необычные там. Типа медиксы. И как там медикс и психа 25 дэмэдж и 25 броня одновременно типа. What? Что вот это такое? Do. We don't like do anything. We make the happy stuff. What do you need? Jet, psycho, a little. Guess I just had a natural talent for it. When I was a kid, these cats called the followers of the apocalypse. They knew all kinds of kooky scientastical stuff, so I ate up all the chemistry they could teach. Diane had the head for business, so we teamed up. Diane's my girl, man. We've been taking care of each other our whole lives, ever since our folks died. Now, they're family, you dig? They've always looked out for us, made sure we had something to eat. Papa may look like a big angry bear, but he's a softy at heart. Regis is. The other dudes call him Jerry the Punk. That's kind of harsh, though. I think he's just. He's usually down around the proving ground if you want to. Diane handles most of the transactional element. Right on. Опа. Right on. Let's have it. Слэшер будем делать сейчас. Оп, челик. Brutalicious. That ought to rake in the caps. What do I owe you? Мне бы вмазаться чем. This'll give you some zing. What do you mean helpful? I don't know what you've been smoking. Right on. Let's have it. Праздничные ментаты, погнали. Grudalicious. That ought to rake in the cap. Мне бы вмазаться чем. Here you go. This'll give you some zing. Right on. Let's have it.
О, вообще вставила, смотрите. Аж перекрыла вообще, короче. Мне бы вмазаться, чем, братан. Так, праздничные ментаты, вот это жесть, характеристики плюс 5, просто или что-то хар плюс 5. А, харизма плюс 5, интеллект, все там вообще жесть, короче. Сразу сюда ментаты все. Ракета ОД-30, вообще жесть. Слэшер это вот урон и сопротивление урону. Все сюда сразу идет, короче. За 480 крышек. А оно все равно ничего не весит. Вот в чем прикол. You're not one of my regulars. What do you want? We keep the great cons from falling apart, essentially. Jack manufacturing. We're supplying things people want in exchange for things out. We make regular shipments to a lot of settlements around the Mojave. Personally, I think they're kind of creepy, but Papa likes the fact they get all. I'll spare you the history lesson. Talk to things have been rough for a while now. Even with Jack working all the time and my runners making deliveries daily, we're barely getting by. Maybe this alliance with Red Rock Canyon isn't exactly the most hospitable place. We used to send patrols out to acquire supplies, but ever since Bitter Springs, there just aren't enough of us. Sure. You look like you could handle yourself in a fix. All right, I'll tell you what. Anders, if you can find out what happened to him. About 3 weeks ago, I sent Anders southeast to find a route into Arizona to open new markets for our product. He should have been back 2 days ago. Any luck finding Anders? Okay. До свидания, до свидания. Так, куда мне там идти-то? Ни хрена себе, его там занесло. Все, понял, тут надо развалить вот этих всех, короче. Ладно, надо сохраняться, ребзики, короче. Продолжение будет чуть позже, пока надо проверить, что там старик. Показать вам, какая сегодня 31-го просто ништячочек погода. Вот. У нас здесь. И дальше позвонить. Оп. Все растаяло вообще. Вообще день не похож на тот, после которого январь начнется. Погода не зимняя. У нас вообще сейчас. Так, ну что, к Варде надо идти туда по чуть-чуть. Давайте заходить, старик. Да, потому что она без восклицательного знака. Вот правильная. Ни хрена себе, она просто чуть не открывается. Слушай, ее надо копировать в браузер, короче. Да.
Good Game не любят восклицательные знаки. Сейчас я в описании канала, кстати, она правильная, под плеером. Спасибо, Яндекс. Как будет сейчас-то? Ничего-то нет, так, сюда вообще не добавляется. Нет, надо тогда. Пофиг, короче. Походу в тему дня все равно не вставишь. Но... Что за Б2 борода? А, так потому что надо official bracket ставить. Вот почему они этот говнобрекет. Вот. Почему. Это подсказка судьбы. Так, выйти, курсор, выйти. Выйти ГГ. Выйти в АДТВ. Так, ребят, кстати, ГГ года выложено, плюсаните, пожалуйста, вот здесь вот, чтобы на главную попало оно, вот. И, конечно же, выложил ВКонтакте уже я все. Американский сервер, Варди говорит.
Так, пока только 3 плюсика изюма года. Ну ладно, ребят, сейчас в любом случае. Сейчас я подойду. Сейчас Варди сетку сделает, сделаю стоп-старт, выставлю задержку и посмотрим. Я не знаю, кто здесь играет, понятия не имею вообще сегодня. Так что вот такое дело.
Так, ну все, здесь я. Все, сеточка подъехала. Что-то наших там нет нифига. Что это Яндекс за ключи вообще такие? Им подчеркивание AAD активировал премиум на ваш канал. Им подчеркивание AAD. О, рабочий премиум, смотрите-ка, да? А-а-а. Приступ невиданной щедрости. Ну давай, чё тогда? Еще надо тогда задарить. Сейчас я еще тоже-то прикуплю. Где премиум-то покупать теперь вообще? Я что-то не понимаю. А, вижу. Дочь 2R активировал премиум на ваш канал. Мефисто активировал премиум на ваш канал. Так, пацаны, хватайте от меня тогда тоже. Раз Яндекс, Яндеку спасибо. Активируем резво. Чеп активировал премиум на ваш канал. Я офигею, вы вялые, блин, ребят. 31 число. Вот премиум и кидаю. Давайте, давайте. Никому премиумы не нужны, блин. Гоот 1926 активировал премиум на ваш канал. И еще один зашел. Иот.с активировал премиум на ваш канал. Вот так вот. Ну все, ребят, попозже еще чуть-чуть можно будет взять. Ребят, ГГ года ссылочка, вот. Так, без задержки сегодня Варди бомбит. Отлично, от Яндека еще премчик заходит. Ну давайте. Гоот 1926 активировал премиум на ваш канал. 3 с Яндека и 3 с меня еще тогда. Задержку ставить не нужно. Но стоп-старт, кстати, нужно сделать.